Клуб ветеранов спортивного плавания «Спрут» готовится к своему 10-летнему юбилею. Как правило, в СМИ мало обращают внимания на ветеранов, однако в их копилке множество наград таких достоинств, которым мог бы позавидовать любой действующий спортсмен-профессионал. В этом убедился мой коллега Евгений Полковников. Пловцы клуба «Спрут» выступают в категории «Мастерс», то есть в плавании для ветеранов. У некоторых из них в прошлом были высокие спортивные звания, поэтому они решили продолжить занятия уже, что называется, в возрасте. Елена Бабикова, 16 лет, мастер спорта по плаванию. Выступая за клуб, стала рекордсменкой и лучшим спринтером России. То есть после 40 лет открыла себя не просто как пловец, но и как спортсменка высокого класса. Мне всегда тянуло в бассейн, потому что всегда не хватало как бы физической формы. Мне это всегда нравилось. Я узнала, что в Ярославле есть такой клуб «Спрут». Я хотела туда вступить. Меня приняли, и я очень довольна. Уже в этом клубе я 10 лет. Звезда и легенда клуба Игорь Бровин. Ему 9-й десяток, а соревноваться, говорит, рискнул и до 100 лет. Игорь Палыч на турнирах выиграл все, что возможно. Европу, мир, где был признан лучшим спортсменом, и пока не устал побеждать. Готовится к чемпионату мира в Казани, который пройдет в августе. Решил замахнуться даже на 3000 метров на открытой воде. Ветеран всю жизнь в спорте. Морским многоборьем занимался. Там станем чемпионом Союза. Но в то время было. Интересно, когда соревнуешься. Но это заставляет мобилизоваться, заставляет тренироваться. Что бы мне сейчас тренироваться, если бы не было чемпионата мира? За свою историю клуб организовал и провел больше полусотни региональных турниров. Но своей главной целью его пловцы считают не победы и достижения. Своей любовью к плаванию они подают пример здорового образа жизни. Плавание создает прекрасное настроение всегда. Ты чувствуешь себя комфортно, жизнерадостно. Это общение с твоими друзьями. То есть это прекрасный вид спорта. Как вид спорта плавание мне очень нравится, потому что он менее всего травматичен, а я во многих видах спорта занималась и занимаюсь, вот, и позволяет продлить долголетие. Плавание – это путешествие, здоровье, любовь к жизни и к семье. Я за плавание. Ура, товарищ! 10-летний юбилей клуб «Спрут» отметит на Кубке Ярославля по плаванию. Он пройдет 23-24 мая в бассейнах «Лазурный» и «Шинник». Кроме ярославцев, в нем будут участвовать пловцы еще из нескольких городов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга и Каунаса. Евгений Полковников, Игорь Мосин.